Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, всем привет. Ну что, как видите, наконец-то я на копе. И вот первая находка. 1/2 копейки 1897 года. О, манитос, не знаю. Сейчас я фокус наведу, чтобы вам было видно. Так. Ну вот. Вот такая вот первая моя находка. Так. Вот. Николай II. Вот первая находка такая. Более четкая. Все, ищем дальше. Так. Два сигнала в одном месте. Так что установил камеру. Посмотрим, что здесь. Опа! Еще в яме. Упала куда-то туда. Так. Так, в руки я. Опа-на! Что-то. А, не. Думал это, как его. Ну, скорее всего, тоже похоже. Как пломба какая-то, товарняк. Или какой-то вкладыш. Или вкладыш. В общем, это... Или обрубок монеты, потому что вот, кругленькая, там что-то просматривается, может потом почищу, будет лучше видно. Кругляшок, такой толстенький, круглый, видно, что специально вырублен для каких-то целей. Так, второй сигнал, тут рядышком. Так. Вот это такой более позвонче. Так, что тут у нас? Опа-на! Что это? Так, обождите. Так, это, я так предполагаю, от колокольчика. Тут даже какая-то надпись вот видна. Чуток. Обломок колокольчика. Бубенца, колокольчика. Скорее всего, колокольчик, потому что вот он такой. Шел дальше. Да, жаль. Если бы целый колокольчик... Очень хорошо бы было. Так, что тут? Ма. Ну, М и А буквочки видны. Так, ладно, очередной дальше. Сигнальчик хороший был. Вот. Образок выскочил. Так, что там не видно? В общем, тут какая-то стела. Здесь какой-то святой. Польский, скорее всего. Католический. Дождик начинается, плохо что. Ну, как говорят, дочь к серебру. Вот такой сохранчик даже такой, ничего. Что-то написано так. Потасин. Нет, вот на все на латиницей написано. Надо будет дома посмотреть. Ну, вот такой вот образок. Уже неплохо. Всем привет! Сегодня решил не заморачиваться. Так, вот, вот увидел тут возле деревушки поле перепаханное, вот оно. Ну и решил тут походить, все равно как бы. Находки все равно по-любому должны быть. Всегда что-то люди теряли, тем более тут рядом с деревней. Речка недалеко, вот там вот. Дальше вот, где эти столбы, речушка. Поэтому находки будут, потеряшки какие-нибудь. Не обязательно клады искать, надо все искать. Все, что люди теряли, то мы и находим. Так, может дождь пролетит, хотя туча вон, надвигается такая нормальная. Ладно, ищем дальше. Время – деньги. Короче,
А вот и очередные находочки. Так, сейчас я опущу. Пока прошелся, что-то повыскакало. Так, главное, чтобы мне... Так, вот. Только что из земли. Видно, колечко какое-то крестьянское было. Бедных людей колечко. Ну и две рядовые находки. Буратосы. Вот. Ну... Находки есть, уже хорошо, уже веселее. Главное, чтобы дождь. Дождь идет такой, но терпимый. С такой духотой, как сейчас. Такой слабенький дождик даже в кайф. Ну что, ищем дальше. Я покажу, что нашел из прибора. Так, лежало наверху, так что надо здесь внимательно ходить. Сейчас покажу вам. Так, блин, где она? Только что видел. Так. Ну еще лопату ж воткнул так, чтобы не потерять. Когда шел, махал прибором, то заметил. Вот так. А вот вижу. Смотрите. Да. Просто лежала на поверхности. Скорее всего, полторак. Да, он как красавчик. Опа! Прилип. Так. Сейчас посмотрим его более внимательно. Так. Я же говорил, дождик серебро. Вот. Такая вот монетка. А, тут как. Надо здесь внимательно шариться сейчас. Да? Полторак. Год. Польский. Жалко, что польский. Был бы литовский, вообще бы день удался. Ну вот, значит, место тут старое. Надо искать. Внимательно буду ходить здесь сейчас. Вынюхивать. Клево. Так, ищем дальше. Очень такой хороший сигнал. Решил его заснять. Так, извлекли. Сейчас я тут камеру приставлю, чтобы было видно. Так, это где-то так. Так. В руке. Смотрим, что же это? Может, нам повезет? Да, а я уже думал, перстак. Нет, не перстак. Это какой-то кусок алюминия. Тут, где полторачок этот нашел, покружил вокруг. Пока что ничего. Наверху он лежал один сиротинушка. Так, ну что, полчасика тут еще походил,
ничего особенного такого не выскочило. Вот пуговица такая вот, почтовая, скорее всего, с этими. Ну, почтовая служба. Гладкая пуговица еще одна. Ой. Это от ремешка. И советы. 61 год. 3 копейки. Вот. Пока вот такие вот скудные находки. И погода портится. Но буду еще искать. Может, еще что-нибудь все-таки выскочит. Должно быть к дождику серебро. Так, нашел еще одну монету. Билончик. Но ее тут так завернуло, что знать, что это за монета теперь. Скорее всего, этот крестинка по размерам. Хотя не факт. Ну, приеду на базу, попробую раскрутить ее, посмотреть, что за она. Вот, да, и погода портится. Вот, сейчас покажу. Вот такая вот туча на меня надвигается. Слышишь, товарищ, гроза надвигается. Ну, еще похожу минут 30. Ну что, прогнал меня дождь окончательно с поля. Ну, вот все, что удалось. Помыл только что находки. Значит, вот такая польская орлянка, пуговица. Вот. И знает, вот этот медальончик. Значит, где он тут? Где он? Вот он. Сейчас уберу. Так, вот. Вот так. Ну вот. Представляешь, там по полю шел под самый конец. Вот это выскочило. Уже домой собирался и выскочила вот эта пломба. Ну, советы. А вот этот, я же тебе рассказывал, да? Иду и визуально глазами полторак нашел без прибора. Правда, он такой погрызенный, но место, значит, старое. Вот это самая моя первая монета, которую я обнаружил. Одна, которую нашел. Одна, вторая копейки Николая II. Ну, тут он тоже какой-то польский герб просматривается. В общем, польская печать. Ну, вот такой коп сегодня получился. Вот. Я смотрю, тебе вообще не интересно. Я тебе тут распинаюсь, рассказываю что-то, а ты и усом не повернешь. Да? А мыши их кто будет ловить? Так вот, самое интересное это в конце было. Иду я, значит, уже на самом выходе такой сигнальчик. Копнул, смотрю, а там блестит. Вот она, находка дня. Это, как говорил один авторитетный, опытный копарь, круче всяких монет, дороже и круче. Если ты такую нашел находку, то уже ты не новичок. Вот она, смотри, видишь? Я же тебе говорю, мне повезло очень крупно. Представляешь, хотел уже выкинуть, но потом я вспомнил, как один авторитетный копарь говорил. Хе-хе, ребята, всем привет! Это у нас колпачок от этого. От автомобиля. Вещь в хозяйстве нужна, ибо сейчас пластмассовые ставят. Это древние. Сразу же, чтобы не пиля выкручивать. Полезнее, чем монеты. Берем. Пригодится на квадроцикле. Когда находишь колпачок, считай, что ты не новичок. Я его ставил. Все, теперь я в вашей этой, в вашем клане я теперь, копатели. Вот оно счастье. Я смотрю, тебе неинтересно. Неинтересно вообще. Это древние. Буратино.
похожий на бревнышко. На голове его колпак, колпачок. Но околпачен будет враг, дурачок. Он окружен людской молвой, сомнительного характера. Он не игрушка, он